Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty. Что там? Русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Генерал Шепард. Что? Макаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Конечно, нет. Доказательства. Нужно. Пойдем по следу. Какой вам след надо? Что за люди? Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный, он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Да, конечно. Ключ. Охота. День четвертый. Сержант Гарри Роуч. День четвертый. Это получается разными людьми играю. Не мог же я так быстро. Так, ладно. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Ой-ой-ой. Блин, а я успел. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Задание выполнено. Перемитый Ройси, найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Я ему в жопу прострелил. Дополнительное отверстие сделал. Помните, в трущобах полно гражданских. Поэтому смотрите, куда стреляете. Так, мне надо оружие поменять. Хоп. И вот здесь я буду менять первое оружие. Так, в гражданской. А блин, ни хрена себе. Давай. Конечно. На. А за какого хрена? Блин. Кого хрена ты за мной попёрся-то? Идиотушка. Ага. Ну-ка, дай-ка я сюда пойду обратно. Ничего страшного, нечего было за мной идти. А, это мой. Давайте, где вы там? Блин, он меня так забодал. Ах ты, козлина.
Давай. Давай, давай, давай. Ничего, отдышусь. Кто там сзади? Сзади что ли? Откуда он? Давай. Можно, конечно, пробежать, но... Роуч, следи за крышами! Откуда-то сверху долбит из гранатомётов и пули... Да! А я вот нисколько не удивлен. Роуч, ополченцы начинают, но я все еще слежу за Рохасом! И чем это меня... Так, ладно. Роуч, ополченцы наседают, но я все еще слежу за Рохасом. Он вошел в здание. Коус, ты его видишь? Так точно, лезет на крышу. В руках черный мешок. Но с мешком он далеко не убежит. Роуч, мы следим за ним. Иди на перехват, быстрее. Да подождите вы. Тут просто... Дождь из пуль. Вперед! Рохас по-прежнему движется в твою сторону! Роуч, не давай ополченцам задержать тебя! Кидай шумовые! Я его потерял! Роуч, ответь! Вот тебе! Шумовые нахрен! Блин, так все хорошо, уже забежал. Немножко надо было подзадержаться тут. Будьте аккуратны. Бля. Что-то я чувствую, здесь подзастрял немного. Спокойно. Нормально.
Давай. Блин, надо было туда гранату кинуть. Ты как? Вижу его! Пытается выйти переулками! Вас понял, следы за ним! Вижу Рогоза! Он решил уйти через рынок! Понял! Пойду на крышу, попробую закрыть ему путь направо! Тогда ему останется идти только на запад! Тут опять ополченцы! Их слишком много! Я не смогу проследить за ним на рынке! Попробую найти другой путь! Кто тут еще? Давай! Внимание! Я в 500 метрах от рынка! Вижу Рогоза! Бежит по крышам справа от меня! Вас понял! Роуч! Мы гоним его в свою сторону! Смотри в оба! Рогоз все еще идет по крышам! Давайте, 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 ребятки. На. Ой. Роуч, поднимайся наверх. Я перекрою все пути, кроме западного. Он будет вынужден пойти в твою сторону по крышам. Роуч, он хорошо знает район, но у нас есть шанс его задержать. Не останавливайся, вперед! Да подожди ты. На! Ладно. Вижу Рохаса! Бежит в твою сторону! Не вздумай стрелять! Он нужен нам невредимым! А да, как мне не вздумай стрелять, а куда мне еще и захватить? Ладно. Роуч! Вижу Рохаса! Бежит в твою сторону! Не вздумай стрелять! Он нужен нам невредимым! Роуч, мы гоним его на вершину! Так. Спокойно. Хоп. Вот так вот. Настоящие бразильские разборки. Смотри, так-то красиво, да, горы. Кто стреляет? Кто-то еще выжил. Блядь. Ай-яй-яй-яй, опять все заново. Не вздумай стрелять, он нужен нам невредимым. Роуч, мы гоним его на вершину, иди туда, быстрее, быстрее. Вот так. Давай. Коуч, он бежит к мотоциклу. Уже нет. Мы нашли Рохаса. Погоди. Черт. Так, он опять идет к тебе. Отлично. Он уходит вправо. Роуч, куда, 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 куда? Стреляй, он нужен. Роуч, гони его на вершину. Не дай ему. Все, 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 поймали, поймали козла. Ну, падла. Как меня гоняли за тебя? Придется выбираться самим. Так, Форс,
141, не знаю, что-то. Ну, значок, кстати, прикольный такой. Правда, не одобряю черепа. Уж больно на нацистскую хрень похоже. Всякие там лысый череп и что там. Армию Рангерс. Сент-Браво. Мы засекли 70 самолетов противника в вашем квадрате. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент-Браво. Будем искать поломку в оборудовании. Предательство? У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят. Отбой. Злу X-Ray 6. В вашем квадрате обнаружено около 100 неизвестных объектов. Подтвердите. Не подтверждаем. У нас все чисто. Даже не знаю, что вам сказать. Может, буря на солнце? Сегодня повышенная солнечная активность. Сьерра-Дельта. Ох, у нас тут сбой системы контроля. Кого-нибудь наблюдаете? Прием. Они повсюду! Сьерра-Дельта, повторите. Их истребители в секторе А-95. Хоть у этих все повсюду. Спокойно. Пробую связаться с ближайшим отрядом в этом секторе. На связи 1-й батальон 75-го полка рейнджеров. Говорит сержант Фоули. Всем постам. Спутниковое наблюдение отключено. Система акустического наблюдения и радиолокационная станция тоже не работают. Чё работает? Чё работает тогда? Молчите. Росомахи, день четвертый. Рядовой Джеймс Рамирес. Ну давай, Джеймс Рамирес. Сейчас из дома в дом прыгать надо будет. Вали его по крыше, ползет, блин, как. Не повезло ему. Давай. Нужна поддержка с воздуха. Прием. Ай-яй-яй. Вся авиация занята. Наземные силы уполз. Но столкнулись со значительным сопротивлением. Отбой. Давай, давай, давай. Сюда, сюда, сюда. Мы столкнулись с бронетехникой противника. Продолжаем путь пешком. Конец связи. Это Вилок. Вас понял. Удачи. Отбой. Не стрелять. Не стрелять по батарее. Вижу дым над местом крушения. Там и должен быть Ретта. Ой-ой-ой. Это кто мне так нас насувал? А, Бета! Да тихо ты! Ага, тот добежал до меня и пристрелил. Хорошо. Вот так вот. Так. Мне вот поменять надо. Вот на это. Давай. Ну ты такой дурачок вот. На. Вы думаете, мне патронов жалко? О, как вы ошибаетесь. А куда ты побежал? Ну бежим.
Бежим, бежим. Следуем. За мной. Вперед, вперед. Противник настоящий. Внимательнее с целями. Свои в коричневом здании на час от вас. Да, почему мне сказали только после того, как я начал стрелять по ним? Вот неорганизованность. К чему приводит? Кто еще? Давай. Вижу человека, усердный финанс. На крышу. Что защитить-то надо? Где? Кто-то по мне долбит. Все нормально. Состояние стабильное. Вас понял. Всем проверить оружие и защиту. Они скоро вернутся. Давай. Дельта. С севера идут два БТРа. Вас понял. Граната пошла. Вон он. Прочь с крыши. Рамирес, убирайся с крыши. Подожди, подожди. Убирайся с крыши. Вышел. Противник засел в закусочной. Вижу бойца противника, управляющего беспилотника. Он внутри закусочной, на западе. Рамирес, уничтожь этого гада. Я пошлю ребят тебе на подмогу. Давай. Блин. Еще беттеры эти. Требуется наведение на цель. А я что сделал? Не навел, что ли? Подождите, я вот так обойду. Если вы не против. Тихо, тихо, тихо. Опа. Ой, я. Ложись. Запасной выход. Боец, где укрытие?
Куда мне надо-то? Вот он. Давай, открываем. Бам! И бам! Отличная работа, ребят. Собираемся с ним. И бам! Больше 5 точных попаданий. Молодец, Хантер 2. Я старался. Давай. Ой-ой-ой. Вадим главный, ты еще здесь? Вас понял. Внимание всем, план меняется. Амира. Скажи своим охранять Бургер Таун. Мы перенесем туда Рептора. Старые укрытия рассекречены. Давай. Всем внимание. Рептора надо перевести как можно быстрее. Надо убираться из здания, пока бомбардировщики не пошли на новый круг. Давай. Смотрим. Давай, 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 давай. Сейчас гранату им туда. Кто тут? Знал же, что ты где-то здесь стоишь. Всем внимание. Мы переводим реактора из закусочной Нейта в Бургер Таун. Прямое попадание, Хантер 2-1. Так, а мне на крышу бы как-нибудь выбраться. Давай на крышу. Рамирес, снять их! Ряд за мной, бегом, бегом! Не давайте им палить по мне! Один готов! На, какое расточительство! За мной! Вперед, вперед! Рептор в холодильной камере Бургер Тауна. Он там в безопасности. Дверь заперта. Давай цели. Бум. Хантер 2-1. Подтверждено еще более 5 попаданий. Контакт на севере. Хантер 2-1. Еще 15 противников идут в закусочной с запада. Прием. Рамирес, управляй беспилотником. Вражеская пехота на подходе. Не подпускай к Бургер Тауну. Давай. На! Еще 10 долой. Просто отлично. Это же прекрасно. Это наш. В тылу у них. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Прекрасно. Кто там? Давай! И прикрой Рептора. Ого! Еще как минимум 10 убитых. Отлично. Прямое попадание, Хантер 2-1. Не сбавляй темп. Так не сбавляй, не сбавляй. Я стараюсь не сбавлять, но, блин. Такое расточительство ракет. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом!
16 противников идут к закусочной с запада. Прием. Беспилотник уничтожен. Повторяю, беспилотник уничтожен. Бургер Тауна. На. На. Вот так вот. Вы как не подыхаете-то? Должны были сдохнуть. На. Там кусты-то не должны защищать, по идее. Да вижу я. Откуда их так много-то? Блин. Где он? Там, в закусочной. На западе есть стингер. Да, один выстрел сделан уже. Сейчас. Отлично. Вертушка сбита. Второй будет. Подожди маленько. Да пролазь! Кантер 2-1. Голиаф 1 сообщает о вертолете противника, идущем в ваш район. Прием. Внимание! Вражеский вертолет! Еще вот. Одна вертушка. Сбейте ее. Где? Боец усилил фургон. Стрельнул и забыл. Я видел стингера на крыше закусочной Нейта. Давай. Отлично. Вертушка сбита. Нифига себе. Как долго доходит до нее. Так. Объединитесь, объединяемся. Вот так вот мы и выживаем. Жил на свете хитрый жук. Никого он не кусал, просто крыльями жужжал. Вот так вот, бабоньки. Я тут в безопасности. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Кстати, что вы думаете по поводу именно вот этой части Call of Duty? Потому что, так говорю, одна из моих любимых. Ну что ж, увидимся в следующей серии. Пока!